Ребята, всем привет! Сегодня у нас игра под названием Call of Duty. Это легендарная игра, яка покрила миллион сердец. Просто не знаю всех пацанів, малих, там, подростков, даже вот взрослых дядечек. Давайте просто приступим, бо я уже не хочу ждать, я хочу играть. Джигера! Итак, внимание, рядовой Мартин. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Хорошо. Теперь проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Кроме того, местоположение текущей цели помечено звездочкой на твоем компасе. По мере твоего приближения к цели, звездочка будет двигаться к центру компаса. Подойди к текущей цели. Так, достаточно. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо, Мартин. Открывай ворота и начинай прохождение полосы препятствий. Быстрей! Быстрей вперед! Ну что, легендарный капитан Фоули? Мартин, и ты здесь, бедняга? Рад тебя видеть. Эй, удачи тебе! Тебе тоже, братан, спасибо. Ого. Шевелись, ты не на прогулке. Нихуя я пеший, нихуя! Перепрыгивай, давай быстрей. Неплохо. А теперь ложись и ползи. Все, сейчас бы стреляты нахуй, пацан, бля. Сейчас будет жопа. Сержант, зарядить эти пулеметы. Дираб, нахуй. Давай, давай, черепахи, нахуй. Лезьте на лестницы, рядовые. Быстрей, быстрей. Рядовой Мартин, тебе в эту дверь. Сержант Моди научит тебя обращаться с оружием. Задери голову, рядовой. Я здесь, на наблюдательной вышке. Возьми со стола один карабин М1А1. Понял. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия, аналогичного твоему. Подойди к ограждению и сделай 6 выстрелов по мишени. Твоя точность будет зависеть от того, насколько хорошо ты удерживаешь прицел. Понял. Делай еще 6 выстрелов по мишени из разных положений. Хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Спасибо, блин. Возьми со стола винтовку Спрингфилд и поменяй на нее свой карабин. Повернись налево, подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Теперь дважды прицельно выстрели по мишени. Прекрасно! Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Отлично, рядовой. А теперь идем дальше. Замени свой Спрингфилд на один из Томпсонов на столе. Если у тебя не 3 руки, ты можешь одновременно нести только 2 вида оружия, не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Сделай 10 выстрелов по мишени, сначала навскидку, а потом прицельно. Сравни точность стрельбы. Обоими способами. Делай несколько шагов одновременно целясь. Ты будешь двигаться несколько медленнее. В ближнем бою ты можешь ударить прикладом своего оружия. Это называется рукопашный. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш, здесь все взаправду. Теперь поменяй оружие, рядовой. Заебал нахуй пиздец. Если ты чуть умнее, чем кажешься, может до тебя и дойдешь. Время. Ошибешься в выборе. Можешь бронировать себе место в аду. Неплохо, рядовой. Переходим к следующему этапу. Кинь по гранате в каждую из дырок впереди. Вот тебе и гром, и молния. Двигаясь мимо поста, наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Все, да, дальше. Ладно, рядовой. Переходим в следующий сектор. Помни, рядовой, если тебя ранят,
Воспользуйся одним из этих медкомплектов. Не геройствуй, он может спасти твою шкуру. Ну и, наконец, взрывчатка. Держи, партнер. Ебать, они смешные, да? Взрывчатка обладает огромной огневой мощью. Отнесись к ней с уважением. Ей, знаешь ли, все равно, что взрывать. Размести взрывчатку на этой стене из шлакоблоков. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убраться подальше. Если, конечно, ты не... Все, неплохо поработал, рядовой. Молодец. Всегда носи оружие при себе и не забывай чистить его. Ты свободен. Все, пока. А, все, ребятцы, короче, это первый уровень. Всем до встречи в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.